задержали утром, подошли сотрудники, представили, задержали меня по совершению преступления в отношении человека Дмитрия 15 числа 22 года это было, со своими друзьями Андреем и Рамисом. Мы туда ездили. На чем ездили? На каком автомобиле? Номер 221, номера не помню. Забрали деньги у человека. Физическое воздействие применяли в отношении человека? А ножи и молотки? Вывозили его в лес? Нет. Да мы возле дома стояли, он все выкатил сам. Он никуда его не вывозили, никаких ножей никто ему не применял. Тем более, молотков, пацаны, я серьезно говорю.